Эта зима выдалась на удивление снежной. Снег практически не таял, а лежал вплоть до наступления первых потеплений. Уровень в реке еще месяц назад был в пределах нормы. А сегодня ситуация под пристальным вниманием спасателей. На сегодняшний день уровень воды в реке Припять составляет 493 сантиметра. Во второй декаде февраля месяца, благодаря тому, что пошла оттепель, река вышла на пойму. То есть при уровне 340 сантиметров происходит данный процесс. За вот эти практически 30 дней вода подросла на 1,5 метра. При уровне 460 сантиметров начал подтапливаться дачный кооператив «Парус». То есть на текущий момент там порядка 20 участков подтоплены водой, ну вот от реки Припять. По остальным у нас, получается, под мониторинг подпадают 7 населенных пунктов Мозырского района и непосредственно две улицы еще Гоголя и переулок Речной по городу Мозырь. Каждый день осуществляется мониторинг, дабы тот самый момент, когда будет подходить уже вода, предвосхитить. Вот. С этой целью осуществляется объезд, осмотр и прогнозирование ситуации. Сегодня погода переменчива, оттепель сменили морозы. В ночные часы специалисты фиксируют минусовые температуры. Также небольшой минус наблюдается днем. Такая погода снижает темпы подъема уровня воды в реке. Однако неутешительный прогноз дает Республиканский гидрометеоцентр. В столице говорят о возможном масштабном подтоплении Мозыря. Уровень воды в Припяти порядка 6 метров. Однако, работая на реке, мозырские спасатели не видят серьезной угрозы. Всегда мы рассчитываем на худший вариант, то есть мы придерживаемся уровня 99 года и из этой обстановки именно и прогнозируем наши возможные действия, в том числе и временное отселение населения, и размещение их по местам временного приема, то есть, как говорится, ситуация под контролем. Катерина Булатецкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».